Инъекции ботулотоксина в больших дозировках могут сделать лицо маскообразным, без какой-либо мимической активности. Это может случиться у юного доктора, который только начинает работать и не совсем практически представляет, насколько может быть выражен эффект от каких-то средних и больших дозировок ботокса. Либо такая ситуация может быть по индивидуальному запросу пациента, который хочет иметь лицо без какой-либо мимической активности. Такое встречается редко, но бывает.